Сегодня отмечается значимая дата – день освобождения Кашгабльского района от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война – это самая страшная, самая кровопролитная война за всю историю человечества. Это одна из самых горьких, но и одна из самых славных страниц истории нашей страны. Победа в ней стала символом единения нашего народа в борьбе с врагом, мужества, стойкости и героизма советских людей. И сегодня в знак безграничной благодарности к нашим землякам, перенесшим все тяготы военного лихолетия, было проведено мероприятие с участием руководства района, глав сельских поселений, руководителей учреждений, представителей правоохранительных органов, общественности, старейшин района. В память священного подвига воинов-земляков, отдавших свои жизни за честь, свободу и независимость нашей Родины, состоялось торжественное возложение цветов к обелиску воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и почтили память минутой молчания. Мы склоняем головы перед всеми, кто погиб, отстаивая мир для будущих поколений. Завершилось мероприятие возложением цветов к могиле Хасана Меритукова, геройски погибшего в конце декабря 1942 года.